Мы едем по дороге Дурас-Тирана и приближаемся к пригороду Тираны Джока. В 8 километрах от Тираны находится огромный сити-парк Албания. Здесь есть бесплатная парковка, аквапарк, рестораны, кафе и огромный торговый центр. Вблизи несколько отелей. Оригинальное и красивое двухэтажное здание торгового центра. Здесь по хорошим ценам можно приобрести брендовую одежду, часы, очки, спортивные товары и другое. Имеется кафе. Мы были в торговом центре перед самым его закрытием. Отсюда создается впечатление, что здесь нет покупателей. Персонал торгового центра знает английский.